предыдущей серии. Забудь Изабеллу. Не думай о ней. Похорони ее в своей памяти, как безвременно усопшую. Одна из нас умрет. Мне жаль, что тебе приходится целовать труп. Эта фальшивая кукла вышла за тебя из-за твоего состояния. Он перевел часть денег на личный счет. Идиот. Ты знаешь его? Кесаду? Раньше он вел дела мадам Риво, матери Клары. Я ему звонил. Он мне угрожал. Ты собираешься уехать? Бросив нас здесь? Этот Фернандо де Альвеар тебя ослепил. Где он сейчас? Я не скажу. Я хочу служить Богу, постричься в монахини. Компания «Америка Продукционес» представляет. Производство Хосе Крусилья. Анна Кольчеро. Кристиан Мейер. А также Тедди Гусман, Нэнси Гонсалес, Яхайра Орта, Хавьер Эчевария, Сантьяго Махиль, Пол Мартин и Хулиан Легаспи в сериале «Изабелла». Сюжет Мануэля Карлоса, автор сценария Ана Монтес. При участии Марицы Киршхаусен, Луиса Филиппи Альварадо, Эмилио Бустаманте и Альфонсо Сантистебана. В фильме снимались Рейнальдо Аренас, Уильям Тейлор, Рафаэль Бизачья, Элиде Бреро, Элеана Карион, Антонио Дульседес, Карлос Россель, Гладис Эрмоса. А также Регина Альковер, Рики Тоссо, Рикардо Фернандес, Эрнан Ромеро, Хесус де Лаво, Хавьер Вальдес, Карлос Гассольс, Лола Вилар и Лусия Ирурита. Художник по костюмам Карлос Пассано, художник Гильермо Исса. Композиторы Хорхе Тафур и Кристиан Монтойя. Оператор Рафаэль Руис. Режиссер Рубен Гербасси. Продюсер Родольфо Оппе. А теперь ты. У тебя тоже получится. Это просто. Нет, Клара, не надо. Моя мечта сбывается. Мы умрем вместе, любимый. Не надо. Мы падаем. Отпусти штурвал. Я люблю тебя. Клара, нет. Нет. Tienes
Тобою движет истинная вера, Изабелла? Нет, матушка. Пережитая трагедия. Любовные переживания. Многие юные души ищут в этой обители Божьей спасения от любви. Ищут не Бога, а забвения. Я не хочу забывать. Я хочу верить свою душу Господу без лжи, недомолвок. Верить себя без остатка служению Богу. Ты видел? Может, кто-то выжил? Аэроплан упал прямо в глотку дьявола. Все погибли. А если нет? Ты меня достал. Мне не нужны проблемы. Ну, найдешь ты кого-то. Что дальше? Не знаешь? Слушай сюда. Повезешь его в больницу, завалит вопросами. Похоронишь на кладбище, всем станет ясно, что ты расхититель могил. Почему? Я пойду. Не понимаю. Как ты мог отпустить ее в таком состоянии, Габриэль? Так лучше. Она ищет свою судьбу и непременно найдет. Тебе говорит гнев. Ты понял, что Изабелла не будет твоей? Я пойду. Если с ней что-то случится, то по твоей вине. Иди за ней. Найди. Верни домой. Алло. Да. Здравствуйте, сеньорита Ольга. Что? Сеньор Фернандо? Да. О, Боже. Что с ним? Что? Что она говорит? Да, страшная новость. Я передам. Спасибо. Что случилось? Это сеньорита Ольга, секретарша сеньора. И что? Сеньор Фернандо и сеньора Клара разбились. Их аэроплан еще не найден. Нет! Клара, нет! У сеньоры Леандры нервные потрясения. Амелия помогает ей, а мы позвонили доктору. Он уже едет. С вашего позволения. Поисками руководит лично адмирал Салерно. Он мобилизовал военных. Спасибо. Есть новости? Приезжали журналисты, Закарьес их выгнал. Они хотели выудить у нас информацию. Где Августа? Звонит в кабинете. Господи, помоги. У нас преимущество перед конкурентами. Воспользуемся им, чтобы заставить всех забыть о скандале. Мы сделаем ряд репортажей о Кларе. Воспоминания ее друзей. Стихи в ее честь. Конечно, я расстроен. Я не каменный. Но работа есть работа. Тебе нужна информация? Хорошо. Подготовь, кстати, статью о Фернандо. Но не упоминай мое имя. Ты?
Чем ты занимаешься? Делаю дело. Я главный редактор и обязан информировать общественность, а ты мне мешаешь. Эй, ты используешь эту трагедию в личных целях. Неправда. Я тоже член клана Де Альвеар. Мне больно. Но я не упущу возможность повысить рейтинг нашей семейной газеты. Ты этого не сделаешь, скотина. Я не позволю тебе наживаться на смерти моего друга. Ух ты! Наш моралист и пример для подражания. Это смешно. Я тебя опередил. И поэтому ты пылаешь от праведного гнева. Ты спятил. Я? Может быть. Я не отрицаю. Мы с тобой по-разному себя проявляем. Но в душе мы очень похожи. Я не стану эксплуатировать память друга. Конечно, нет. Пока он тебе нужен. А что потом? Этот конгрессмен, которого вы распяли, тоже был тебе другом. И что дальше? Это ты послал в газету анонимный донос на него. А я, по наивности, опубликовал. Но если он на меня насядет, я открою ему источник информации. Итак, как скоро ты решишься опубликовать в газете «Некролог Фернандо»? Ну? Ты убедился, что между нами нет никакой разницы? Негодяй! Закрой рот! Что с вами? Ничего. Франциско немного не в себе. Еще бы. Мы все на нервах. Давайте вместе послушаем радио. Вдруг их самолет нашли. Я хочу верить, что они живы. 5 часов назад на юге Лимы бесследно пропал аэроплан, пилотируемый предпринимателем Фернандо де Альвеаром. На борту находилась его жена, Клара Риво де Альвеар. Есть все основания полагать, что они разбились при падении. Новости с юга Лимы. Поиски пропавшего самолета пока не дали результатов. Сеньор и сеньора де Альвеар, выдающиеся представители перуанской аристократии. Поэтому полиция не исключает версию террористического акта со стороны ультралевых сил. Фернандо, любовь моя. Нет. Нет. Я домой к Фернандо. Мне нужна правда. Не делайте этого. Вас там ненавидят. Я боюсь за вашу жизнь. А у меня нет альтернативы. Я должен выяснить, что случилось. Я сделаю все возможное, чтобы найти Клару. Куда они спешат? А ты не знаешь? Случилась беда. На побережье разбился самолет, но где точно неизвестно. Его и ищут. Надеюсь, все целы. Но почему столько полиции? И я говорю, сразу видно, это большие шишки, раз они суетятся. На поиски миллионера денег не жалко. Это важная персона? Вроде да.
Какой-то де Альвиар. Они летели с женой. Он за штурвалом. Вот и отлетались. Господи, подскажи мне, где взять силы? Не дай мне снова упасть. Помоги забыть. Помоги мне вырвать из сердца любовь к Фернандо. Фернандо? Фернандо де Альвиар. Падре, дочь моя, откуда вы? Мы волнуемся за тебя. Я хотела найти прибежище в обители Божьей. Бежишь от жизни? Позволь родным людям, детям из приюта помочь тебе. Я приняла решение посвятить свою жизнь Богу. Жизнь обошлась со мной слишком жестоко. Боль делает нас мудрее. Не ищи спасения в жизни горней. Это вызов судьбы. Прими его. Я нашла место, где могу слышать голос Бога. Но я некрасиво обошлась с мамой. Ушла, не предупредив. Не вини себя. Как только я узнал, где ты, я сообщил ей об этом. Что-что? Последние новости. Аэроплан Фернандо упал в море. Какое несчастье. Армия и полиция подняты на ноги. Это опасная зона. Да, одно ущелье, глотка дьявола чего стоит. Они погибли. Да и никто бы не выжил. Скалы, сильный прибой. Изабелла знает? Думаю, нет. Она сбежала в монастырь от этого человека. Эта трагедия все расставила по местам. Нет, нет. Не суди о том, чего не знаешь. Этот негодяй обманул Изабеллу. Унизил ее. Он прожигатель жизни. Он решил, что у него все куплено. Власть, связи. И вот, Божья кара настигла его. Извини, парень. Ты можешь любить Изабеллу, но не имеешь права насмехаться над чужим несчастьем. Выброси эти мысли из головы. Ты честный, благородный, с горячим сердцем. Представь, что будет, когда Изабелла об этом узнает. Сломана рука, может, ребра. Сердце работает нормально. Об остальном рано судить. Кто его доставил? Какой-то мужчина на муле, бродяга. Он ничего не стал объяснять. Видимо, его ограбили. Он не из бедных.
Одежда дорогая. Пошлите за комиссаром. Во избежание проблем. Он выживет? Пока сказать трудно. Им выпадает испытание. Я вижу ужасную аварию. Они живы? В картах Таро иное отношение к смерти, чем у нас. Они показывают разные формы бытия. Где они? Что с ними? Что? С ними большая беда. Они с давних пор пребывали под тенью, которая накрыла их души и причинила им много страданий. Они сами не знали, где берет начало та боль, которая подтачивает их жизни. Мы не хозяева наших судеб. Наша задача — научиться читать в собственных сердцах. Смерть — это еще одно испытание нашей прочности. Кармела, как-то раз ты предупреждала Клару об аварии. Это конец? Или они вернутся домой живыми? Ответь! Августа, хватит ходить из угла в угол, поддержи свою жену. Принеси ей воды или сладкого чая. В ее положении нельзя волноваться. Это означает, что они... Я этого не говорила, Виктория. Давайте вместе помолимся за спасение их вечных душ. Проклятая ведьма! Клара не может погибнуть. Не может. Я видел Изабеллу, беседовал с ней, но, похоже, удар оказался слишком сильным. Падре, посоветуйте, что нам делать? Стоит ли ей рассказывать? Я не знаю. С одной стороны, это ваша обязанность, а с другой, она еще слаба. Она его не забыла. Чужая душа потемки, сын мой. Я знаю. Она сбежала в монастырь, чтобы забыть о нем. Габриэль, мне неприятно тебя слушать. Ты молод. У тебя еще вся жизнь впереди. Я понимаю Изабеллу лучше всех на свете. Но не откажусь от нее. Так что решайте сами, стоит ли ей рассказывать. Дон Рафаэль, давайте не будем торопиться. Пока не нашли даже обломков. Говорят, что в округе многие слышали страшный взрыв. Значит, это недалеко? А вы думаете, что они могли выжить? Нет, Фелисита. Если они не разбились о скалы, то утонули. Я бы никогда в жизни не полетела. Говорят, это важная семья, богатые. Конечно, это богачи из Лимы. Сеньор де Альвиар бывал у нас в поместье. Он купил лошадей дона Андреса, а потом... По радио только о них и говорят, о Фернандо и его жене. Как ее зовут? Клара. Я не хочу слышать здесь это имя. Сеньора Росария, все говорят об этой трагедии. Фелисита, ты слышала? Господь Бог дает нам жизнь и отбирает. Ясно? Разогрей ужин. Аккуратнее с заголовком. Больше такта. Ни слова о смерти, но побольше драматизма. Ладно, до завтра.
Прошли годы с нашей последней встречи. Не сейчас, Августа. Знаешь, это несчастье с мадам убивает меня. Я знаю, что тебе нужно. Августа, а что будет, если... То, чего мы с тобой давно ждем. Леандра покинет стены этого дома. А за ней твоя дорогая женушка выгонит и меня. Надеюсь на лучшее. Вы расскажете Изабелле об аварии? Нет, ни слова ей. Она ушла в монастырь, чтобы забыть о нем. Тетя, Изабелла должна узнать о смерти любимого человека. Она еще не пришла в себя после смерти ребенка. А тут новая боль. Когда Изабелла вспомнит, что ей пришлось из-за него пережить, она благословит его смерть. Она ненавидит деревню. Мечтает уехать в город на поиски приключений. Тебе нужно поспать. Нет. Мне сейчас не до сна. Да. Да, Франциско. Да. Да, спасибо. Фернандо нашли. Чуть живого. Его везут в Лиму, в больницу. А сеньора? Пока ничего. Франциско говорит, надежды нет. Закариас уже вывел машину. Леандра, я нужна моему брату. Поезжайте. Мне нужно сделать звонок. Побежал развлекаться. Дельмира, не говори так. Она отнесла ему кофе. Мы должны молиться за здоровье хозяев. Я буду у себя. Верится с трудом. Августа, какие новости? Что с Кларой? С возвращением. Франциско мне говорил. Я задал тебе вопрос. Нашли Фернандо, еле живого. Видимо, море не побрезговало твоей Кларой Риво. Невозможно. Как и твое появление. Ты персона нон грата в этом доме, приятель. Иди к черту. Фернандо, это я. Виктория. Брат, держись, не умирай. Ты так нужен своей сестре. Клара, где сеньора Клара? Сеньор, где она? Вы родственники? Я его сестра. Оставайтесь здесь. Ваш брат в критическом состоянии. О, Боже, я не могу поверить. Главное, он жив. Адмирал Салерно продолжает поиски Клары. Сеньор, что они нашли? Остатки самолета. А сеньору Клару? Нет, о ней ничего не известно.
Как мой брат, сеньорита? Сеньорита, какие новости? Доктор скоро выйдет к вам. У сеньора де Альвиара крепкий организм. Раны оказались вовсе не так страшны. Но он пребывает в состоянии шока. Слава Богу! Доктор, есть ли новости о сеньоре? О ком? Он летел вдвоем со своей женой. К нам поступил только сеньор де Альвиар. Виктория, по радио передали, он здесь. Я взгляну на него, хоть одним глазком. Фернандо жив, Патрисия, а Клара исчезла. Представляю, каким ударом это для него станет. Я с твоей помощью помогу ему забыть ее. Мы прочесали побережье. И что? Никаких следов. Вот горе. Там много подводных скал, полоса прибоя. Только вы можете помочь. Удачи. Сеньора, я не понимаю. Я Августо Кальдерон, шурин Фернандо. Очень приятно. Вы еще не нашли сеньору Клару? Очень жаль, сеньора. Клара Риво пропала без вести. Сеньора де Альвиара подобрали бродяги. Это малонаселенная зона. Есть надежда? Все в руках Божьих. Я спасаю людей, а не строю предположения. Бухта называется «Глотка дьявола». Даже рыбаки обходят это место далеко стороной. Верьте, мои люди делают все возможное. Через пару часов нам обещали прислать подкрепление. Как мне утешить сеньора? Мне очень жаль, сеньор. Но я сомневаюсь, что после стольких часов в холодной воде и с серьезными ранами можно выжить. Добавьте к этому необходимость проплыть через бухту, куда заходят акулы в поисках пищи. Поверьте, сеньору де Альвиару несказанно повезло. Простите, но это правда. Сколько еще продлятся поиски? Сеньор, до тех пор, пока теплится надежда. А потом я дам команду свернуть поиски. Я умоляю вас, ищите ее. Удвойте ваши силы. Сеньора Клара Риво не умерла. Она не могла умереть. Не могла, не могла, нет. Это мать сеньоры? Служанка. Ты меня напугал. Я не нарочно. Где ты пропадал? Я нашел пилота твоей этажерки. Он был одет с большим шейком. Ты его пощипал? Покажи. Я не ворую у живых, только у мертвых. Я отвез его в поселок. Идиот, кретин. Скоро здесь будет полиция. Я ухожу. Собирайся. Чего ты боишься? Живых. Они гораздо опаснее, чем мертвецы. Наверняка тебя выследили. Я назвал только имя. Я ухожу, а ты сиди. Оставь мою долю. Долю? Я ее продал. Верни деньги. Мы вместе копались. Я потратил.
Трать свои. А мои отдай мне. Где деньги? Поищи. Попробуй. Попробуй. Ну же. Ну. Давай. Не хочешь? Испугался? Мы с тобой давно работаем вместе. Не предавай меня. Что? Умри. Прости, друг. Я же говорил, мертвецы мне не страшны. Газета? Ее приносят по привычке. Помнят, что редакция принадлежала вашему отцу. Я выброшу. Дай сюда, Тоня. Радио лжет. Что пишут об аварии? Адмирал Салерно намерен продолжить поиски, хотя надежды почти нет. Фернандо де Альвеар уже прибыл в столицу, но журналистам отказано в информации. Мы надеемся на чудо и молимся о спасении мадам Клары Риво де Альвеар. Его нашли. Сеньора де Альвеара. Он ранен, но жив, Габриэль. Жив? Что это? Донья запретила упоминать его имя. Держи меня в курсе дела. Вы расскажете об этом Изабелле? Не знаю. Тут... Вот что получается. Если его жену не найдут, то он вдовец. А это значит, что Изабелла могла бы... Конечно, если она не примет постриг. Фелисита, запомни, наконец. Этот мужчина не для Изабеллы. Он ее не стоит. Но... Довольно. Сообщай мне обо всем, что узнаешь. И ни слова Изабелле. Кстати, Марианна знает? Нет. Она пошла к Изабелле. На поиски брошены силы армии и флота. Но прошло уже много времени, Фернандо. Мужайся, Шурин. Но я боюсь, что Клара погибла. Спасибо. А теперь оставь меня. Нет, не так! Моя мечта сбывается. Мы умрем вместе, любимый. О чем ты? Мы падаем. Отпусти штурвал. Я люблю тебя. Клара, нет! Нет! Мне тут хорошо. На меня... Никто не давит. Здесь ко мне вернутся жизненные силы. Как мама? Хорошо.
Она одобряет твой выбор. Что случилось? Изабелла, произошло событие, о котором ты должна узнать. Говори. Говори, что случилось? Изабелла, Фернандо Дальвиар погиб. Что с самолетом? Ты прекрасный пилот. И что? Как случилось, что ты выжил, а Клара нет? Фильм переведен и озвучен компанией Intra Communications, 2002 год.